Лекция на тему «Основы службы в госорганах госбезопасности». Полевой офис ФБР – это не что иное, как филиал ФБР, который располагается на определенной территории и имеет свою собственную юрисдикцию. Директор ФБР в нашем случае подчиняется генеральному прокурору штата Феникс. Наши взгляды на шаг впереди преступности. Наша миссия – защищать жителей штата Феникс от преступлений высокого приоритета и поддерживать их безопасность круглосуточно. Наши приоритеты – защита штата Феникс от террористических атак, это предотвращение терактов, освобождение заложников, ведение переговоров, развитие агентурной сети и безопасность штата Феникс. Вот. Защита штата Феникс от организованной преступности – это поимка ООП. Защита штата Феникс от коррупционеров в сфере Вот, это поимка сотрудников госорганизации, занимающихся продажей материалов, формы, оружия, а также снятие розыска за деньги. Вот, проверка госорганизации, которую возглавляет инспектор ФБР. Вот. У нас есть ФБР, получается, три отдела. Криминально-следственный отдел, это самое большое подразделение СИД, расследует широкий спектр всех федеральных преступлений, так как... такие как организованная преступность, преступления на расовой почве, мошенничество на выборах, правительственная коррупция, похищение людей, банковские ограбления, серийные убийства и многое другое. Управление по борьбе с наркотиками, ДИА. Один из отделов Федерального бюро расследований, которое занимается пересечением правонарушений в сфере нелегальной продажи наркотиков, а также фиксация наркотрафика в штате Феникс. Инспекционный отдел. ID, получается. Отдел Федерального бюро расследований, занимающийся контролем деятельности сотрудников силовых структур, выявлением факторов коррупции и других нарушений в госструктурах. Также в задачи отдела входит отслеживание потенциальных кандидатов на вербовку в ФБР, обучение младшего состава бюро необходимым знаниям и умениям, проведение тренировок и проверки госструктур на знание уголовного и административного кодексов. В случае, если за сотрудником департамента замечены частые нарушения, то проводится проверка. Вопрос есть какие-нибудь к лекции? Нет. Это самая большая была? Да, лекция на этом окончена.